ты же понимаешь, Юра, если бы не работа, я бы тебя обязательно встретил. Выстроил небольшой почетный караул, цветы, оркестр. Ладно, не оправдывайся. Как Маша себя чувствует? Как она может себя чувствовать, когда рядом с ней я? Слушай, ты-то там случайно не женился? О, кого я вижу? Здорово. С приездом. Спасибо. Ну, как съездил? Спасибо. Отлично. Здорово, старик, долго тебя не видел. Привет. Очень долго. Почему долго? День отъезда, день приезда. Ребята, поступило цельное предложение. Сейчас заходим за Германом и по случаю благополучного прибытия нашего специального корреспондента. Принято. А также... Все. Только быстро. Ребят, я в вашем распоряжении. Побежали. Конечно. Пожалуйста. Платите деньги. Водочки? 4 пол-литровочки. Пиво? Да, 9 бутылочек. И сырку, конечно, к нему. Со слезой. Еще что будете? Не забудьте, пожалуйста, вот это. Рыбу? Да, килечки. И шашлыки, конечно, будете? Да, на троих. 9 штук. Ага. Директор будет с нами. Хорошо. Девушка, девушка, я ж не глухая, слышу. Куда ты нас привел? Вот так. Нормальный ресторан второго тебя разряда. Хорошо, девушка, одну секунду, посмотрите внимательно на этого человека. Вижу. Какие правильные черты лица, какие глаза лучистые. Это очень хороший человек. Это отличный человек. Посмотрите, какая улыбка. Он сегодня платит, примите у него заказ. С удовольствием, но я ваш столик не обслуживаю. Очень много ты говорил, но не по существу. Да. Держи, чей 5-й столик? Ох. Ну, мой, а чего тебе? Пожалуйста. Люди ждут. Подождут. По ресторанам ходят, значит, время есть. Зинаида, 7-й столик еще 0,5 литра требует. Я прям не знаю, они уже так? Ничего, Верочек, каждому по потребности. На-ка, вот подай в таком виде, для спокойствия. Привет, Кузьмич. Привет. Как обстановка? Пока тихо, культурно. Стекла после вчерашнего вставили? Ставили, так точно. Он, главный, спрашивает, почему вы пьете? Где пьет один верблюд, житель пустыни. И рыба копченая не пьет. А чего и пить, она сама закуска. Поймите, девушка, люди не могут в ожидании борща сидеть всю жизнь. У них и дела есть. Мы пришли сюда еще молодыми. Ну вы что, так и будете языком работать или закажете что? У меня нет времени с вами тут, вон во сколько. Говорите быстро, чего будете заказывать. Борщ вам, что ли? Нет, не борщ. Борщ. Сначала уберите следы былого величия. Господи, потом уберу, сначала заказ сделайте. То борщ, то не борщ. Сами не знают, чего хотят, и людей путают. Ну вот что, ничего нам больше не нужно, принесите жалобную книгу. Тише. Пожалуйста, если она только свободна. Ребята, это бесполезно. Все, ничего не поможет. Надоело. Ничего, ничего. Да сколько можно сидеть, да? Добрый вечер, приятного аппетита. Заместитель директора, товарищ Кутайцев. А мы просили жалобную книгу. Понимаете? Они заместителя директора Кутайцева. Жалобную книгу. Понимаю, с удовольствием. Если только она свободна. Я им сейчас такое напишу. Ух. Соберись с мыслями, сосредоточься. На, возьми мою ручку. Мобилизуй талант. Да, и соответствующие подбери слова. Ты меня не учи. Я такие слова подберу, сейчас им жарко будет. Здравствуйте. Я директор ресторана. В чем дело? Тенгиз, ты, кажется, хотел произнести какие-то слова. У меня нет слов. Простите, как вас зовут? Татьяна Александровна Шумова. Видите ли, Татьяна Александровна Шумова, дело в том, что у нас очень мало времени, а мы уже давно сидим. Вы, очевидно, недовольны, что вас долго не обслуживают. А как вы это угадали? Сейчас вас примут заказ. Клава! О! А вот теперь нам некогда. Ребята, пошли. Пойдем. Так вы будете заказывать или нет? Большое вам спасибо, товарищ директор. Вы испорченный вечер. Мы обязательно сделаем заказ, но в следующий раз. Да, и в другом ресторане. Юра. Пошли, Юра. Пойдем, Юра. Ребят, я, пожалуй, останусь. Почему, Юра? Что такое? Юрий. Ну, привет, ребят, я остаюсь.
Ну, все ясно. Юра М. полюбил с первого взгляда Танюша. Она его, как водится, не полюбила. Ох, как она его не полюбила. Ребят, не отвлекайтесь. По-моему, газета у вас сегодня не выйдет. О, правильно. Пошли. Ребят, вы знаете, от меня жена ушла. Маша? Лида. Ушла. В кино пошла. А на какой сеанс? На 18:45. Это ничего. А я ведь тоже здоровье-то расшатал. Как вот на ночь поем, так всю ночь АБХС вас не вижу. А ты не спи. Правильно. И все, и точка, и конец, и будь здоров. Рыбка, рыбка, где твоя улыбка? Полная задора ягня. Спеши слова. Клава, обслужи-ка быстренько пятый столик, что-то он там сидит, пишет. Писатель Тимирязев. Роняет нежный свет, сменяя день, приходит вечер, а мне всего 17 лет. Любовь спешит ко мне навстречу. Мне не до сна, в душе весна, любовь спешит ко мне навстречу. У счастья много есть примет, весь мир цветет весенним садом, а мне всего 17 лет. Мой милый друг со мной рядом. Мой... Что будете заказывать? Чашечку кофе, пожалуйста. Взгляни вокруг, весь мир цветет весенним садом. Уже луны растаял след, в лучах рассвета небо просит, а солнце шлет нам свой привет. Нам не страшна седая осень, ведь нам с тобой, любимый мой, 17 лет, 17 весен, 17 весен. Браво! Клав, что он заказал-то? Чего-чего? Чашку кофе, вот чего. Господи, шуму-то. Заказал на гривенник, а ведет себя как порядочный. Вот нахал. Ну ладно, давай скорее. Можно? Да, пожалуйста. Спасибо. Садись. Простите. А что, заказ у вас уже приняли? Да, уже приняли. Не полагается. О, благодарю вас. Девушка, будьте любезны. Вы только пришли, совесть надо иметь. Да, ребят, действительно, вы что-то слишком многого захотели. Я вот полтора часа жду. Между прочим, кофе надо пить дома, а не по ресторанам ходить. Это правильно, дома лучше. Сережа, пойдем отсюда.
Ну, я тебя очень прошу. Но мы с тобой никуда уже больше не попадем. Почему? Мы можем пойти в молодежное кафе. Или в Аэлиту. В Аэлиту нужно занимать очередь с утра. Ну, ты послушай, как эта официантка разговаривает. Такие молодые, что официантку оскорбляют, нехорошо. Не теряйте времени, ребята, идите. А что они найдут в Аэлите-то? Да уж, по крайней мере, не найдете там пыльных пальм. Вот этих вот колонн, раскрашенных под мрамор. Этих ужасных плюшевых портьер, которые так и хочется распахнуть. Ой, извините меня, пожалуйста, ради бога, прости. Никуда не уйду. Между прочим, товарищ директор, я еще не допил свое кофе. Не допил, тихо, а? Слышно, товарищ директор, не допил. А если бы допил, да, он бы перебил весь ресторан. Сейчас же уходите отсюда, немедленно. Вы слышите? Я никуда не уйду. Ах, вы не уйдете? Милиция, уйдите его. В чем дело? Он меня... карнизом? Он его карнизм! И все, вот результат. Прошу вас пройти со мной. Пожалуйста. Смотри, смотри, улыбается, улыбается еще, интеллигент. Как миленькому преподают сейчас 15 суток. Идет. Бери чемодан, мы уезжаем. Ну, давай. Ну, скорее. Ну, только тише ты. Мы куда? Мы съезжаем с твоей квартиры, прощай, Юра. Понятно. Очевидно, теперь я должен вас спросить, почему? Должен. Спрашиваю, почему? Наверное, ты уже женился. На директоре ресторана. И нам негде больше жить. Смеюсь. Поесть что-нибудь оставили? Может быть, поздороваешься сначала? Ой, извини, здрасте, Маша. Ай, 2 месяца тебя не было. В первую ночь ты где-то шляешься. Ну, только не ворчи, Машка, ну. Да ну тебя. Положи хлеб на место. Вдобавок она его еще и как не покормила. Ну, где ты был? Меня забрали в милицию. За что? За скандал в общественном месте. На минуту оставил человека, уже устроил скандал. Подожди, что случилось? Машенька, сядь, я сейчас продиктую. Ну, неужели нельзя потерпеть до утра? Бывают случаи, когда невозможно терпеть до утра. А ты кричишь на мою жену? А ты молчи, а то выселюсь из квартиры. Заголовок будет? Будет. Ну? Он довольно точно отображает мое внутреннее состояние. Примерно так. Не-не-не, что ты, так нельзя. Редактор не пропустит. Ну да. Конечно. Ну хорошо, тогда пока без заголовка. Абзац. Она подошла к столику. Точка. Ее прекрасные серые глаза. Ого. Излучали ледяное равнодушие. Точка. И тут я невольно возвращаюсь к тому злополучному вечеру, когда мы зашли в предприятие общественного питания, нежно именуемое одуванчиком, чтобы посидеть, выпить легкого венца, послушать музыку. Легкого венца ему подавай. Тоже мне умник нашелся. Какая мне с этого легкого венца выручка? Ему оно легкое, мне тяжелое. Мне тоже неохота выговор получать за то, что я план не выполняю. Это точно. Нет, Татьяна-то он здорово прохватил. Ну да. Она подошла к столику. Ее прекрасные серые глаза излучали ледяное равнодушие. Вообще-то ты же без всякого понятия. Грубость ему ведь не нравится. А ты побегай весь день без передыха-то. Нет, девочки, вообще-то очень многое правильно написано. И насчет культуры, и насчет уважения. Я первое время даже знакомым стеснялась сказать, что я официанткой работаю. Ох ты, боже мой.
А вообще, чего стесняться, работа как работа не хуже других. Хуже! Хуже нашей работы нет! За нас замуж не идут. Как вы долго? Долго? А мы там, гражданочки, между прочим, статью обсуждаем, как вас же лучше обслуживать. А вы 10 минут потерпеть не можете. Ну, скажи мне, пожалуйста, Клау, ты человек культурный. Ну, чем это все ему плохо, а? Тихо, чисто, культурно, уютно, езди посидеть, где время провести. А ведь это плюш. Я бы сказать, зубами вырвал. Да за такой плюш любая дамочка полжизни отдаст. Это точно. Нет, не будем. Не будем мы всяким стиляжным вкусом потакать. Не будем. Модерн им нужен. Мы не для модерна работаем, а для советского простого человека. Редакция, попросите, пожалуйста, товарища Никитина. Дома? Дайте, пожалуйста, его телефон домашний. Спасибо. 34, спасибо. Юра, извини, я только получу руководящие указания. Эй, вы, лежебойки, я убежала в редакцию. Юр, твою рубашку я погладила, она в шкафу. Спасибо. Тенгиз, сходи в гастроном, купи хлеба, масло, 200 грамм колбасы. Ну, пока, ребятки. Все ясно. Хлеба, 200 грамм масла, колбасы и бутылка цинандали. Насчет цинандали, по-моему, указаний не было. Может человек проявить творческую инициативу? Да, товарищ Никитина, его нет дома. Когда будет, не знаю. А кто спрашивает? Юра, Юр, это она. Кто? Героиня твоего фелитона. Что сказать? Одну минуту, он оказывается дома. Да. Товарищ Никитин, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела поговорить с вами. Я очень рад, что вы мне позвонили. Вы рады? Ну да, обычно со мной не разговаривают. Обычно на меня жалуются в таких случаях. Я буду жаловаться тоже, не волнуйтесь. Но это уже банально. А писать про прекрасные серые глаза, которые что-то там излучают, это не банально? Вы даже не повидались, не поговорили. Погодите, погодите. Ну а вы что, не согласны с моей статьей? Ну вот, ну вам самой нравится то, что творится у вас в одуванчике? Ну, конечно, мне тоже не все нравится. Но я-то, что я могу сделать? А знаете что? А давайте мы с вами встретимся и поговорим. По-моему, вы очень многое можете сделать. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы знаете, Никитин, это я. А-а-а. Несколько неожиданно, правда? Нет, почему же? Теперь понятно, в чем благородное негодование и пафос вашей статьи. Как это все просто делается? Человек пришел в ресторан, устроил скандал с дракой. И за это, естественно, попал в милицию. Но так как он журналист, он написал гневную гражданскую статью. А дело, оказывается, всего-навсего в личной обиде. Вы знаете, вы правы. Дело все в личной обиде. Меня, как, впрочем, и многих посетителей, очень обидели в вашем ресторане. А вот вы, оказывается, не хотите этого понять. Извините. Юра, да, главный просил поехать тебя в строительный институт. Так. Ну, на дискуссию новой в архитектуре. Хорошо. Между прочим, материал планируется в завтрашний номер. Хорошо, Машенька, я помню, я еду. Извините, у меня дела. Конечно, так всегда поступает, когда хотят уйти от неприятного разговора. Зачем же обвинять меня в трусости? Если вы хотите продолжить этот неприятный для вас разговор, я к вашим услугам. Едемте. А вы что, думаете, откажусь? И поеду. Thank you.
Здравствуйте. Обалдел. Ну, вот я не знаю. Клава. Иди, как раз обслужить за 40 сет. Сделайте заказ, я вас быстренько обслужу. Где ваше руководство? Сейчас, 7 минут, будьте любезны. Так и есть, Василий Васильевич, похоже, что ревизор вас требует. Заместитель директора, товарищ Кутайцев. Чем могу служить? Здрасте. Здравствуйте. А где же директор? Татьяна Асановна обещала скоро быть. Так что, если что нужно, пожалуйста, как говорится, могу соответствовать. Нет, вы не можете соответствовать. Понимаю. Очень хорошо. Ну, как вообще, Татьяна Александровна, как работает? Садитесь, пожалуйста. Ничего, я просто благодарю. Как работает, как работает? Вот, пожалуйста. Это я читал. А так что же, работник она молодой. Опыт пока месте маловат. Но ничего, план даем. И это, конечно, исключительно заслуга коллектива. Ну, это понятно. А скоро она будет? Обещала скоро быть. Может, вы что покушаете пока? Рыбку свеженькую получила. Да? Да. Нет, спасибо. Если можно, стакан чая. Понимаю. Одну минуточку. А? С лимоном, пожалуйста. Понимаю. Тихо, 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 ребята, я заканчиваю. Я еще раз повторяю, очень часто наши разговоры о новом носят чересчур отвлеченный характер. А новое – это не то, что сделает для нас какой-нибудь там дяденька-новатор. Новое – это то, что предстоит нам сделать вот этими, вот собственными руками. А также и головой. Я, например, считаю, что мы должны добиться, чтобы уже сейчас в институте нам дали возможность применить на практике наши могучие силы. А вы знаете, мне пришла в голову неплохая мысль. Вот вы сейчас увидите, что я сделаю. Можно мне? Пожалуйста. Можно, да? Пожалуйста. Товарищи, у меня есть конкретное предложение. Знаете ли вы по соседству ресторан «Одуванчик»? Хороший это ресторан? А вот теперь представьте на секунду, что перед вами директор этого ресторана. И вот мне бы хотелось, товарищи, тихо. Гнать его! Гнать его надо! Подождите, ну, зачем же так бежать? Товарищ директор.
товарищ здесь. Что вам от меня нужно? Но обойдемся на этот раз без милиции. Не сердитесь, поймите, я сам не ожидал такого эффекта. Ну поймите, что вы ожидали? У меня есть имя, отчество и фамилия. А сегодня, по вашей милости, их, наверное, узнал 1 000 000 человек. 5 000 000. Что? Тираж нашей газеты, к сожалению, 5 000 000. Татьяна Александровна, вы сами позвонили и сказали, что хотите поговорить по поводу статьи, что вам кое-что не ясно. Сейчас мне не ясно только одно. Почему вас так быстро выпустили из милиции? За неимением улик. Товарищ. К тебе. Иван. Иван Ильич. Кондаков. Кондаков. Вы свободны, товарищи. Неужели это ты? Я. Не верю глазам своим. Когда ты прилетел? Вчера. А как ты узнал, что я здесь? Из газет. Пресс шумит. Ну ладно. Собирайся, я ведь за тобой приехал. Что, куда? У меня дела, я не могу. Какие дела? С ними, что ли? Дела только начинаются. Напрасно ты улыбаешься. Если бы ты видел, что Никитин устроил в институте... Татьяна, мы только что с тобой договорились. Больше о нем не вспоминай. Все. Нет Никитина. Есть Кондаков. Ну ладно, хорошо. Зачем ты прилетел, Кондаков? К тебе. А что ж ты телеграмму не прислал? А, сюрприз. Ну, конечно, есть в министерстве дела. В Ригу надо слетать насчет торгового оборудования. И потом, люди нам нужны, Татьяна. Не хватает у нас людей. Трудно мне, понимаешь, задыхаюсь. Оно и видно. Неужели заметно? Слушай, а ты совсем не изменился. Нет, Татьяна, я очень вырос. Что ты говоришь? Да. Пойдем. Давай сюда. Ты прав. У каждого в жизни есть своя роль. Вот ты, например, начальник управления торговли целого края. 40 бельгий. Что? По территории. А моя роль определилась в 2 словах. Кушать подано. Так ведь эту же роль тоже можно сыграть по-разному. Не знаю, может быть. Погоди. Выходит, тебе твоя профессия не нравится. А что в ней хорошего? А ты с Христофором Колумбом знакома? Тебе известно, зачем он отплыл от берегов Испании? Открывать новые торговые пути. А Магеллана, братья Лаптевы, море Лаптевых, знаешь? Все наши люди, наши ребята, торговые работники, хоть и не кончали Плехановский институт, как мы с тобой. А стоило ли вообще оканчивать институт, чтобы сидеть в этом дурацком одуванчике? Да, Татьяна, все в наших руках. Фу, и нет одуванчика. Я тебе совершенно официально предлагаю. Едем со мной. К тебе? Там, Дальний Восток, Камчатка, крайне обозримый, 50 Бельгий. Приедешь, одна Бельгия твоя, торговать, одевать, кормить людей будешь, замуж выйдешь за меня. Что будете заказывать? Что мы будем? Мороженое. Мороженое и воды. Все, да. Угу. Так, на чем мы остановились? На том, что я выхожу за тебя замуж. Ну да. Ты знаешь, мне твоя идея очень нравится. Лично я за. Ну ты нахал. Татьяна, я ж тебя 3 года не видел. 3 года. Ты такая стала красивая. Новый филитон. Выводим родимые пятна. Злой ты стал, Юра. По-моему, тебя пора женить. Это правильно. Скажи мне, пожалуйста, а где ты находишь такие отличные темы для своих филитонов? Ну как, где в жизни? Нам, между прочим, звонили из управления торговли. Так. Твой филитон про одуванчик вызвал большой шум. Они собираются обсудить его у себя на совещании. Очень хорошо. Да, но только я думаю, что тебе туда ехать не следует. Ты знаешь, я очень за тебя боюсь. Как это мне не следует? Я же эту тему нашел, я изучил, я об этом писал. Кому же ехать, как не мне? Убедил? Пожалуй, оно стоит того, чтобы так волноваться. Ну, я в долгу не останусь. 1-0. Очень это нам тяжело, товарищ.
Никитин, вы ведь не одну Шумову обидели. Ну хорошо, она работник молодой, неопытный, возможно, допускает отдельные ошибки, это правильно. Но вы ведь обобщаете. Вы всю армию работников торговли обидели. Да и не только вы один. Спектакль посмотришь. Кто жулик? Завмак. Рассказ прочитаешь. Кто уголовник? Продавец. И вообще, что же такое получается, что все торговые работники, ловкачи и жулики? Ну, этого несколько преувеличить. Ничего не преувеличу. Я знаю, что я говорю. С каким трепетом открыли мы газету? Ну, наконец, думаем, помощь нам. Указание дельное. А какая нам помощь от вашего сообщения, что у директора предприятия прекрасные и серые глаза? Ну, если я ошибся, пусть меня дальше поправят. И поправим. Просто удивительно, как товарищ вообще сумел что-то разглядеть. Насколько мне известно, автора попросили из ресторана. Нет, вы знаете, даже особенно не упрашивали, просто вывели с милицией. О. Но это было недоразумение. И дело не в этом. Статья в основном правильная. Правда, товарищ Никитин считает, что все очень легко и просто. А это непросто. Вероятно, это вообще мне не под силу. И, пожалуй, лучше всего будет, если я подам заявление об уходе. Меня лично это очень устраивает. А что вы думаете? Когда человек так обижает, у него, конечно, руки отнимаются. Нет, нет, это неправильное решение. Если мы в ответ на каждую статейку, вернее, искать статью, будем подавать заявление об уходе, работать некому будет. И потом, Татьяна Александровна, что же вы скромничаете? Почему же вы не скажете о самом главном? В прошлом месяце одуванчик дал 107% плана. Это же перевыполнение. К сожалению, наше перевыполнение часто выражается не в процентах, а в градусах. Это бывает. Бывает. Ну что ж, точки зрения более-менее ясны. Может, послушаем автора статьи? Товарищи, в каждом деле, в том числе и в вашем, есть успехи, достижения, это правильно, и это понятно. Но сегодня, мне кажется, есть смысл поговорить только о плохом, о том, что нам мешает. Поэтому давайте будем откровенны, не будем обижаться друг на друга и, как говорится, будем взаимно вежливы. После выступления газеты к нам в редакцию потоком пошли письма. Вот, скажем, такое письмо. Я спросил у продавца, что купить жене в подарок к серебряной свадьбе. А продавец ответил, товары на полках, глаза у вас при себе, а нам за советы денег не платят. Пожалуйста. Или еще письмо. Я заказал по почте электрическую грелку, а вместо грелки мне прислали самоучитель игры на баяне. Прошу разъяснить, к какому месту прикладывать этот самоучитель и за что ж такое невнимание? А это не мы, это посылторг. Это не про нас, мы общественное питание. Пишут и про вас. Вот, пожалуйста. Мало того, что меня обсчитали, когда я об этом заявил, меня чуть ли в шею не вытолкали. Пожалуйста. Интересная получается картина. Обсчитали одного человека и сразу шум. А то, что мы тысячи людей не обсчитываем, не выталкиваем, об этом мы молчим. Товарищ Постников, у меня есть к вам предложение. Какое? Давайте с вами сыграем сценку. Какую сценку? Ну вот вы будете посетителем, а я официантом. Мы сценок не играем. С этим предложением обратитесь в Министерство культуры. Там вас поймут. Ну я надеюсь, что меня поймут и в Министерстве торговли. Ну что ж, поскольку товарищ Постников не желает, может, я попробую вам помочь? Очень хорошо. Николай Иванович. Да. Значит так. Хорошо. Можно? Давайте. Товарищ официант. Да, слушаю вас. Значит так. Принесите, пожалуйста, порцию салата. Порцию салата. Семга. Семга. Вот. Икра черная. Икра черная. Ой. Шашлык. Шашлык? Да. Карс. Это карский. О, карский. Это пломбир. Пломбир? Ну, одним словом, все меню. Все меню? Все так, меню. А что пить будете? Вино. Какое? Да любого. Да, две бутылки не хуже. Момент. Вот. Это, вы слышите, это первое действие. А вот сейчас будет второе. Товарищ посетитель, можно? Давайте. Товарищ официант. Да, слушаю вас. Дайте мне стакан чаю и бутерброд с сыром. Чего? Стакан чай, бутерброд. Это что, все? Все. Ну, дома надо чай-то пить, а ну, не по ресторанам это ходить. Безобразие, я буду жаловаться. Жалуйтесь, пожалуйста, куда угодно, кому угодно. Хоть самому себе, Николай Иванович. Ну что, неплохо сыграли? Красиво. Как в театре сатиры. <с
работать. А ведь как, в общем, было бы прекрасно, если бы в кафе, в ресторанах каждого человека встречали бы улыбкой? Далась вам эта улыбка. Вот я за границей был. Так там, пожалуйста, всюду улыбаются. И в кафе, и в магазинах. Ну и что, это плохо? А вы вдумайтесь, что это за улыбка? Она что, вам от души улыбается? Это официант или продавец? Она же вам за деньги улыбается. А вы хотите, чтобы наша советская официантка... Да, я хочу, чтобы наша советская официантка улыбалась. Мне, вам, ей. Ну, не за деньги, разумеется. Ну, а за что ж тогда? Ну, ладно, уговорили. Исправимся. Будем работать еще лучше. Очень ободряющая формулировка, еще лучше. Знаете, команда проиграла матч, а ее тренер гордо заявляет, завтра сыграем еще лучше. Перестанем говорить еще лучше, найдем себе мужество сказать, будем играть лучше, будем работать лучше, перестанем все время сами себя хвалить. Товарищ Никитин. Да? Вы что ж думаете, вы так и уйдете? А что? Прошу минуточку подождать. Могу довести. Нет, спасибо, я больше пешочком. Ну ладно. Знакомьтесь. Да мы, собственно говоря, уже познакомились. Никитин Юрий Васильевич. Тань, дай ручку. Вот отлично. На этом будем считать официальную часть законченной. Переходим к художественной части. Сейчас куда-нибудь зайдем, посидим. Выпьем за мир и дружбу между двумя великими державами. Прессой и торговлей. С удовольствием. Я не могу. Начинается. Товарищ Никитин мне задал очень много работы. Татьяна Александровна, я в одуванчик, а вы едете? Да, подождите одну минуточку. Ну, хорошо. До свидания. До свидания. Жаль. Очень приятно было с вами познакомиться. Таня, я зайду вечером. Ну, ладно. Хоть нас с вами бросили, предложение остается в силе. Сейчас. Гитара играет, и месяц сияет, стоят под окном мужчины, конечно, не без причины, стоят под окном мужчины. Ай-яй-яй-яй, что за мужчины? Стоят они тут и хором поют, конечно, не без причины. Ай-яй-яй-яй. Неправильно. Сейчас. Поем серенаду, нам встретиться надо, так выглянешь на мгновенье, а то уж мы разбудили почти что все местное население. Правильно. Ай-яй-яй-яй, выйди, Татьяна, ведь мы не артисты, нам петь нелегко. Где же ты, моя Сулико? Неправильно. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. А если не выйдешь, нас очень обидишь, обидишь ты нас морально, а нас обижать морально. Это ведь аморально. Правильно. Ай-яй-яй-яй, выйди, Татьяна, отсюда уж нас прогонит сейчас, так выйдешь скорей, Татьяна. Ча-ча-ча. Юра! Ваня! Давай голубку! Чего? Не ступить на пели! Но не там. Дело в том, что я живу в соседнем дворе. А это не важно. Ведь ты же откликнулась на наш зов. Зов, рев! Это не важно. Поехали, поехали. Куда поехали? Я не могу, уже поздно. Мама! Пожалуйста. С мамой договорились? С папой тоже. Спасибо! Юра, такси! Ага, такси, лови его! А ты стой! Стой! Ну, прости ты, Иван. Ну, человек написал фельетон. С кем не бывает, правда? Да. Ну, хочешь, я тоже встану на колени? На. Он больше не будет. Я больше не буду. Прости его, Тань. Ну, простите его. Ну, прости его. Ну, простите. Ну, прощаю, прощаю. Ну, хватит ему выяснять отношения. Давайте танцевать. Извините, я. Пожалуйста. Можно? Первый раз в жизни танцую с человеком, который написал фельетон обо мне. А в жизни еще и не то бывает. Но вы на меня действительно не сердитесь? Уже не сержусь. А вы, значит, тут... Спасибо. Угол снимаете? Да. И много он с вас берет? Прилично.
Но мы чем платим? Чем? Благородством души и мелким подхалимажем. Скоро сдают редакционный дом и переезжаем в отдельную квартиру. Поздравляем. Приглашаю на новоселье. Настоящий грузинский шашлык, вино рекой. Обязательно буду. Игорь Васильевич! Да? А может, кофе? Да, пожалуй. Это правильно. Разрешите? Очень. Мне тоже. Сейчас пойду и сделаю ей предложение. А я пойду сварю кофе. Покрепче. Извини, дорогой, но я давно не виделся со старым товарищем. Хочу потанцевать. Потанцуй с товарищем. Таня, посмотри на меня серьезными глазами. А ведь я тебя люблю. Ванечка, я тебя тоже люблю. Я тебя не так люблю. Я тебя тоже не так люблю. Кофе подан. А как? Объявляется вам строгий выговор. Ну ладно, все, хватит, надоело. Вам хорошо, вы номенклатура треста. Вам что? Я, знаете ли, человек маленький, меня каждый обидеть может. Не продолжай, а то я сейчас тоже заплачу. Ты молчи, тебя не спрашивают. Змея, тоже мне директор, выступила. Наведем порядок, все сделаем по-новому, то, все, пятое, десятое. Оскорбила всех, ушла собрание. Зачем вы зря говорите? Татьяна Александровна никого не оскорбляла. Она сказала, а ты в адвоката иди. А мне и здесь хорошо. Давно ли тебе хорошо-то? Сама же говорила, я своей профессии стесняюсь. Да, иногда стесняюсь. Зато вы никогда ничего не стесняетесь. Ты на что намекаешь? А на то. Вам бы лучше в цирке работать. Там фокусники выступают, из виноводу делают, а из воды вино. А ты видела? Я видела. Хватит. Татьяна Александровна, конечно, права, имеются у нас кое-где еще отдельные недостатки. Что правда, то правда. Глупости это. Что глупости? Тебе впору помолчать. Ты знаешь, сколько нареканий на твою грубость? Вот именно. Вот интересно, между прочим, у нас на совещании было, как сам третий начальник с твоим корреспондентом сцену изображал. Вот давай, Клав, в порядке воспитательной работы. Сейчас все дело и повторим. Я буду посетитель, а ты это ты. Да не могу я. А ты попробуй, ну мобилизуйся. Ну докажи, что ты можешь быть такой же ласковый и вежливый, как Раечка или как Верочка. Пожалуйста. Зиночка! Поставь к нам что-нибудь для вдохновения. Да не это, а музыку. Это тоже оставь. Что зря ходить-то? Так. Начнем. Будьте любезны, гражданочка, подайте нам антрекот. Пожалуйста. А говядина у вас свежая? Свежая. А с луком подайте. Пожалуйста. Не с картошкой. Пожалуйста. А может, лучше битки? Можно битки. Нет, антрекот. Ладно. Не ладно, а пожалуйста. Ладно, пожалуйста. Значит, антрекот. А может, кто-нибудь из птицы? Может быть, курочку? Дело ваше. Опять неправильно, нужно сказать, пожалуйста, будьте любезны, можно и курочку. Пожалуйста, будьте любезны, можно и курочку. А молодая курочка? Молодая, с 32-го года. Это что, сатира, шутка, юмор, что ли, я не понимаю? Ну ладно, хватит вам голову морочить, говори, чего подать и... Вот-вот, в этом вся твоя беда. Ни любезности в тебе, ни выдержки. Ну не могу я, Василий Васильевич, не могу. Я как посетителя вижу, так у меня аж прям руки трясутся. Вот-вот-вот. Не сработаемся мы с тобой, Клава. Пожалуйста, выгоняйте. Ты наведаешься в зоопарк. Точка там небольшая, всего 40 посадочных мест в кафе. И уйду. Уйду. Чем такие люди, только лучше звери. Ты с ними найдешь общий язык. А ты молчи, подлиза директорская.
Василий Васильевич, я думаю, что мне тоже придется уйти. Татьяна Александровна, видите ли, не нравится мой репертуар и моя манера исполнения. Как будто она что-нибудь понимает. Точно, правильно. Мне же просто надоели эти придирки. Мне же все ясно. Я же не девочка. Вот именно. Если хотите знать, то меня давно приглашают в кино «Перекоп». Я буду там петь между сеансами. А, наверное, вообще я тоже не могу петь. Выходные как работаешь. Женщины. Ну что, декан? Ну что, декан? Декан схватился руками и зубами за это предложение. Говорит, главное, у вас появилась реальная возможность выйти на большую дорогу. Я не специалист, но, по-моему, годится. Ну, Дадянса, ну так же не бывает. Вам нужен, дам дать указания, поправки. Дополнение, замечания. Но я в этом, ну, ничего не понимаю. А для того, чтобы давать указания, не обязательно понимать. Ну, так как, отдаем в работу эскизы? Татьяна Александровна, ну? Отдаем. Все, до свидания, нас здесь нет. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, мы в среду встретимся. Хорошо, Татьяна Александровна. В среду, да. До свидания. Юра. Да? Вы никуда не торопитесь? Да нет, я человек свободный. Посидите со мной? С удовольствием. У меня сегодня такое хорошее настроение. Вот, понимаете, вот... Ну, мне просто интересно стало. Это все вы. Здравствуйте. Я не помешал? Юрий Васильевич, рад вас видеть. К сожалению, должен похитить Татьяну. Через полтора часа у меня самолет в Ригу. Татьяна, собирайся, проводи меня. Нет, Ванечка, я не могу. Сейчас придут студенты из консерватории. Ну что ж, время есть, подождем. Иван Ильич. Да. Простите, вы эскиз держите вверх ногами. Разве? Так тоже неплохо. А я вот не могу больше ждать. Охотно верю. Вы знаете, очень важный разговор с редактором. Mm-hmm. Таня, ну ведь я никуда не уезжаю, остаюсь в Москве. Так что мы с вами во всем потом договоримся. Спасибо, Юра. До свидания, Иван Ильич. Счастливого пути. Спасибо, Юрий Васильевич. До свидания, Юрий Васильевич. Встречай меня через неделю, я тебя очень прошу. Это что, вы сами все придумали? Угу. Товарищ директор нас вдохновила. Значит, вы так себе представляете новый диванчик. Угу. Как видите, все будет легко, современно и удобно. Много воздуха, света и средства на реконструкцию потребуются самые минимальные. И ребята обещали сделать все своими руками. А времени сколько на это потребуется? Ну, я думаю, немного, месяца полтора-два, правда? Да нет, что вы, гораздо меньше. Да нам стоит только взяться, и тогда все. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Замечательно. Спасибо. Просто замечательно. Спасибо. Это здорово. А? Верно? Это же красиво. Вот молодежь, а? Растущая, думающая, ищущая. Молодцы. Ну, просто молодцы. В общем, так. Вы мне пока этот эскиз оставьте. Я тут еще его кое-кому покажу. Ну, что же. Еще раз большое вам спасибо. Будьте здоровы. До свидания, спасибо. Будьте здоровы. До свидания. А вас, товарищ Шумова, попрошу задержаться. Ну, я пошел, Иван Семенович. Будь здоров. Присаживайтесь, пожалуйста. Так вот, товарищ Шумова, это все наше прекрасное завтра. А мы поговорим про наше прекрасное сегодня. Что у вас в одуванчике творится? Вы иногда книгу жалоб читаете? Ну, самых последних произведений я еще не читала. А зря. Вот, пожалуйста. Свой культурный досуг я люблю проводить в ресторане «Одуванчик».
Все здесь неплохо. И богатое меню, и красивая обстановка мебели, и вежливое обслуживание со стороны официантки Клавдии Распоповой. Я ее вчера уволила. Да? Но с приходом нового руководства в лице товарища Шумовой все изменилось в худшую сторону. В работе персонала появилась нервность, что плохо отражается на нас, посетителях. Прошу срочно принять меры. Академик и подпись. Разрешите? Пожалуйста. Ну, я не думаю, чтобы это писал академик. Максимум член-корреспондент. Почему вы так считаете? Ну, хотя бы потому, что слово меню он пишет через «и». Меню. Но это не важно, я вас слушаю. Так вот, товарищ Шумова, картина такая. Сотрудники на вас обижаются, в газете вас критикуют, посетители недовольны. А может, нам и вправду лучше с вами расстаться? Так вы меня хотите уволить? Ну, зачем же так сразу уволить? Но придется. Почему же вы сразу с этого не начали? Зачем вы целый час задавали вопросы, смотрели, восхищались? А мне интересно было. Ах, вам было интересно? Да, очень интересно. Действующее предприятие, дающее прибыль. Закрыть на 2 месяца, пока вы будете там эту свою самодеятельность городить. Знаете вы, кто вы? Товарищ Шумова, я бы вас попросил. Уберите это хозяйство. Я поняла, чем вы занимаетесь в этом кабинете. Вы не сидите без дела, нет. Вы делаете все, чтобы ничего не делать. И если это прекрасное завтра, то вы ужасное вчера. Не переживала. Я знала, Зина, что правда победит. Это точно. Прихожу встретить к Постникову. Говорю, меня уволили. Как он услыхал, прямо аж весь белый стал. Ну что ж, говорит, тебя так обидели. А я и слова сказать не могу. Сижу и плачу. И он, поверишь, сидит и почти что плачет. Ну потом чего? Восстановил? Ну правильно. А то и волю дай на всех лучших работников разгонит. Черт, опять из-за них со счета сбилась. Ну есть же свой оркестр, мало ей. Студентов откуда приволокла? Модернисты. Эй, вы, артисты! Скоро вы кончите! Зачем вы кричите? Люди репетируют, играют. Они играют, а я работаю, я материально ответственная. Мне тоже из-за них под суд идти неохота. Вы напрасно волнуетесь, все как раз наоборот. Что наоборот? Вот мы работаем, а вы... А я что? А мы что? Семен, объясни. Спокойно, Зина. Ребята, тихо, что пропало? Походка. Гляжу я на вас, молодые люди, и просто-таки удивляюсь. Ну, как вы нехорошо, женщины, разговариваете. Нахалы вы все! Лабухи! Ох, ламоны невоспитанные! Татьяна Александровна, можно вас на минуту? Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я песню сочинил. Можно мы с ребятами покажем ее вам? Композитор. Трубадур. Добрый вечер, а что это значит? Значит, день был по-доброму начат. Значит, день был по-доброму прожит. Он умножит счастливые дни. Он принес нам хорошие вести. Подари нам улыбки и песни. Мы как друга его проводили. И уже зажигает огни добрый город. Добрый город, добрый город зажигает огни. Вот и все, дальше пока и текст. Очень мне нравится песня, очень хорошая. Это не окончательный вариант, мы дальше будем работать над ней. Ну вот это наш объект. Место приложения наших физических, а также и умственных сил. Да, видимо, многое здесь придется сокрушить. Работенки, будь здоров. Здрасте, Татьяна. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Ребят, знакомьтесь, это наша хозяйка. Ну вот мы и пришли, Татьяна Александровна. Ребят, начинайте. Как начинайте? Вот прямо сейчас? Да, конечно. Нет, ребята, это надо подождать. Да что ждать, Татьяна Сан? Проект одобрен и нашим начальством, и вашим. Ну, помните, как его? Постников. Ну, конечно, помните, он нам руки жал. Да. Жал ведь, Тамара? Жал, вот это. А в деканате мы договорились, нам эту работу зачтут как производственную практику. Нет, ребят, я, конечно, понимаю, мы с вами условились. Но я не знаю, это надо как-то согласовать. Да что согласовывать, Татьяна Сан? Вы не беспокойтесь, мы же здесь ничего ломать не будем. Мы только все лишнее уберем.
Василий Васильевич! Караул! Студенты шуруют! Господи! Что ж делается-то? Поспать не дадут. Матушки! Ай-яй-яй! Отдай абажур! Говорит Кутайцев из одуванчика. Что здесь происходит? Перекур. Товарищ Кутайцев, прошу принять дела у бывшего директора ресторана Шумовой. Пойдем отсюда. Юра, ты в редакции будешь? Слушай-ка, сегодня в номере стоит по следам наших, вернее, твоих выступлений. Да, по поводу твоего фельетона. Ну, критику признали правильной, а ее сняли с работы. Что же вы так поторопились? Снять человека с работы – это ведь самое легкое. А не лучше ли было поддержать работника, протянуть ему, так сказать, руку? У нас руки делом заняты, нам их некогда протягивать. Ну, поймите же, что ломка старых, ну, прям скажем, не лучших традиций... Это не ломка традиций, Юрий Васильевич. Это ломка государственного имущества, самоуправства. Она способный человек. Я уверен, что она сможет себя показать. Возможно. Пусть показывает. В другом месте. Посмотрим. Ну, это дело второе. А сейчас я вам прямо скажу. Благодарю от всей души. За что же это? Благодарю за помощь. Ну, положим, Шумову-то уволили без моей помощи. Так сказать, обошли своими силами, вместо того, чтобы... Извините, подумать, я вас перебью. А где же логика, Юрий Васильевич? Вы же сами писали о Шумовой. Упрекали ее в равнодушии, в отсутствии инициативы. Как же это у вас все получается? Вы умный человек, известный журналист. И вдруг сейчас вы сами себе противоречите. Конечно, я понимаю, она женщина интересная и все такое. Ну, все мы люди. В общем, вы понимаете. Но работа есть работа. И тут же мы должны, так сказать, отбрасывать все личное. Ах так? Да-да. Вот-вот. Я вам так скажу, молодой человек.
Печать – это самое острое наше оружие. Вы поняли мою мысль? Да. Не знаю, как вы, а я получаю большое удовольствие, когда читаю эти заметки. До свидания, молодой человек. До свидания. Спасибо за чуткость, но это я уже читала. С некоторых пор я выписываю вашу газету. О, а что вы здесь делаете? Я? Я-то здесь живу, а вот вы что тут делаете? Портите государственное имущество. Смотрите, Юра, за это, между прочим, людей с работы снимают. Я знаю. Вы очень огорчены, Таня. Ну, если честно, то очень. Что же мне теперь делать? Вам? А почему вам? Ну как? Ну из-за меня же все это. Я же заварил всю эту кашу. Ой, Юра, бросьте. И главное, на днях я улетаю. Куда? Далеко. Сахалин, Командоры, Курильские острова, Камчатка. Ну, в общем, командировка от редакции. Так это же очень интересно. Почему вы так говорите, будто не хотите лететь? Ну, это надолго, месяца на три. А до отъезда можно было бы успеть кое-что сделать. Да, я сегодня был у Постникова. Зачем? Ну, я пытался ему... Зачем вы к нему пошли? Я же вас об этом не просила. Ну, надо же знать этого человека. После вашего визита он мог подумать черти что. Он и подумал. Ну, знаете. Спасибо. Таня. Большое спасибо. Извините, мне надо в магазин. Юрий Васильевич, какая встреча? Здравствуйте. Здрасте. Дежурим. Да, вообще-то говоря, я... Ну, понятно. А где Татьяна? Прилетаю сегодня из Риги, никто меня не встречает. Звоню к ней на работу, там отвечает что-то невразумительное. Приезжаю к ней домой, и кого я вижу? Она в магазин ушла. Смотрите-ка, вы все знаете. Ну, а как у нее дела вообще? Вы ведь, наверное, в курсе? В курсе. Ее уволили. Ну, да. Ну, зайдем, поговорим, расскажете. Знакомый дворик. По-моему, здесь уже с вами как-то выступали. Так с какой формулировкой, вы говорите, ее сняли? Освободить, как не обеспечившую руководство. Ну нет, этот номер у них не пройдет. Забьем? Сейчас Абрам Семенов спустится. Мы не играем. А может, в шашки сыграем? И в шашки тоже. А жаль. Вот что, Юрий Васильевич. Да? Большое вам спасибо. Вы даже не понимаете, как вы мне помогли. Формулировочку в приказе мы изменим, это ясно. А вообще все сложилось очень удачно. Интересно, это в каком же смысле? Видите ли, я пригласил Татьяну на работу к себе. И теперь, благодаря вам, в Москве ее ничего не задерживает. Так что через недельку мы сядем с ней в самолет и, как говорится, ту-ту. Понятно. Это что, она решила? Это я решил. Я. Виноват. Но вам виноват. Же сказали, что мы не играем. У вас закурить не найдется? Хоть что-нибудь. Беру две, одну для Абрама Семеновича. Юрий Васильевич, я ведь хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Ну, мне кажется, я вас понял так, как вы и хотели. Ну и хорошо. Виноват. Может, в дурачка? В дурачка? Это уже без меня. Ага. Он имел в виду Абрама Семеновича. Эгоисты. Николай Иванович, здравствуйте. А, товарищ Шумов, здравствуйте. Вы уходите? А вы ко мне? Да. Я хотела... Мне всего на 5 минут, Николай Иванович. На 5 минут? Как же нам быть? Я тут на ярмарку собрался. Знаете что? Если вы не возражаете, поедемте вместе. По дороге. Спасибо. И поговорим. Пожалуйста. Василий Федорович, на ярмарку. Добрый день. Здравствуйте. Татьяна Александровна дома? Нет, ее нет. Но она скоро придет, вы можете подождать. Прошу вас, проходите. Спасибо. Привет. Здравствуйте. Простите, а вы... Юрий Васильевич Никитин. Ну, помните, мама, я же вам рассказывал. Журналист тот самый. Прошу вас, проходите. Да нет, знаете, я сегодня уезжаю, так что, в общем, у меня нет времени. Далеко уезжаете?
Далеко. Надолго? Надолго. Профессия у них такая. Ездят, летают, жизнь полна неожиданностей. Совершенно правильно заметили. Извините. Простите, может быть, что-нибудь передать ей? Собственно, ну что ж передавать? Впрочем, передайте ей мои поздравления. До свидания. До свидания. Николай Иванович, да? Для того, чтобы строить новые, иногда приходится ломать старые. Ну, вполне прогрессивные мысли. Но зачем же так своевольничать? А что я должна была делать? Писать бумажки, собирать резолюции и на все это тратить годы? Конечно, я погорячилась с перестройкой. А, значит, Постников прав. Самое печальное, что Постников всегда прав. Ну, не всегда. Но вообще, конечно, Постников большая сила. У нас их пока еще много, Постников. Милый человек, извини, что потревожила. Пальто мне надо купить. Ну и что же? Дочка моя, Люба, замуж вышла и уехала с мужем. А зять мой к маю премию получил, денег прислал, пишет. Мама, купи себе чего-нибудь, Любе подарок, а мне пальто демисезонное, модное. Я не вполне понимаю. Вот я гляжу и удивляюсь. Фигура у тебя на аккурат, как у него, у Коли, у зятя моего. Сделай одолжение, милый, зайдем в палатку. Я на тебе пальто прикину. Пойдем, ну что ж, милая, пойдемте, пойдем, родной. Пойдемте, пойдем. Слушаю вас. Пальто мне надо, вот на него. 56-й, третий рост. Угу. Может, вы мне поможете? У нас самообслуживание. Ага, понятно. В самый раз. Ой. Какого же оно цвета? Цвет самый ходовой, булыжный. Вся Москва носит. А у вас есть что-нибудь получше? Я спрашиваю, у вас есть что-нибудь получше? Если было бы, дал бы. Что такое? В чем дело? Кто вам дал это пальто? Вот товарищ. Я? Ай-яй-яй-яй, уйди. Простите, пожалуйста. Забери эту устаревшую модель, случайно завалявшуюся здесь. Простите, пожалуйста. Это молодой начинающий продавец, ученик. Уйди. Простите, пожалуйста. Сейчас все будет в порядке. Бабусенька, садитесь. Садитесь, девушка. Одну минуточку, уважаемый покупатель. Ну и ну. Прошу. Вот это наш товар. Да, вот это другое дело. Правда ведь? Да. Бабусенька, это, как вам? Это хорошо. Это хорошо, это подходящее. Можно выписать? А? Можно. 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 Да. Прошу можно. Вас. Пожалуйста. Пожалуйста, на контроль. Сейчас мы вам все завернем. В лучшем виде, культурненько. Деньги платить под суда. Пожалуйста, бабусенька. Благодарю за покупку. Заходите к нам, уважаемые покупатели. Мамашенька, будьте здоровы, добро пожаловать. Спасибо тебе, дружок, спасибо. Привет жене, дочке, внучке. Сынок, дорогой, спасибо тебе за помощь. Пожалуйста, мамаш. Спасибо тебе, девушка. Пожалуйста, до свидания. До свидания. А? Вот если бы все так работали, хорошо бы было. Да, хорошо. Николай Иванович, вот я вам хотела рассказать о том, что происходит в одуванчике. Падай-ка сюда. Чего ты перед ним рассыпался? А как же? Что, он тебя отблагодарил, что ли? Да ты знаешь, кто это был-то? Нет. Ну и лопух. Начальство надо знать в лицо! Мама! Тара-та-тара! А я ей купил билет в кино. Пам-парам-пам-па-и-рам. Татьяна Александровна, прошу вас. Это в честь чего? Был сегодня у Постникова. А я тебя просила об этом? Нет, не просила. А что было сказано в приказе? Освободить от работы, как не обеспечившую руководство. А как теперь будет звучать приказ?
Шумову Татьяну Александровну освободить по собственному желанию. По собственному желанию? По твоему собственному желанию. Ну какая разница, Тань? А тебе не кажется, что ты слишком много на себя берешь? Нет, не кажется. Таня. Я буду переодеваться. Пожалуйста. Почему ты всегда сам за меня все решаешь? Почему ты никогда не спросишь, чего я хочу? А чего ты хочешь? Был он здесь, был. Забегал, наверное, попрощаться. Сказал, что уезжает далеко и надолго. Тань, Тань, ну подожди, не делай глупости. Таня, остановись! Представляю, что бы мне было, если все это я раскидал. Это ты можешь не сомневаться. А Юрке ты все прощаешь. Так ты, Юрка. Слушай, самолет, наверное, не улетел. Здравствуй, Маша. Ой, Танечка, здравствуйте. А мы думали, что это Юра вернулся. Юра, а где он? И он улетел. Еще утром ничего не знал, потом позвонили и пошло. Что здесь за тайный разговор? Здравствуйте. Заходите, пожалуйста. Нет, нет, я пойду. Ну что, что, никуда вы не пойдете. Сейчас будем чай пить. Проходите. Проходите. Ой, только извините, ради бога, я ничего не успела убрать. Ну, сейчас. Помните? Неужели у меня был такой вид? Это ретушь, вообще говоря. Вы были тогда милы и приветливы. Вот совсем как сейчас. Садитесь. Спасибо. Тенгиз, помоги. Так. Прошу. А может быть, молоком хотите? Нет, нет, спасибо. Может, музыку послушаем? Замечательная запись. Совсем новая. Ребятки, я уезжаю. Ой. Машка, ты извини, что я все раскидал. Я очень торопился. Поставь что-нибудь другое. Не надо. Сейчас вы вернулись домой, а я лечу на большой высоте. Мне отсюда, между прочим, все видно. Вы сидите и пьете чай. Ты, Маша, в своей полосатой кофточке, а Тенгиз в белой майке и в моих шлепанцах, а? Не угадал. Тенгиз, если ты еще раз возьмешь мою кисточку для бритья, я отрежу тебя усы и сделаю кисточку из них. Понял? Вообще, дорогие мои, я ужасно рад, что улетаю. Ужасно рад. Наверное, потому что... Ну, в общем, наверное, потому что я занимался всякой сентиментальной ерундой. А мое дело ездить по земле, видеть мир, встречать разных людей и рассказывать об этом. Ну, одним словом, дорогие мои, счастливо вам оставаться. Это я вас целую. Ну, передавайте привет всем знакомым. Вот видите, Таня, вам привет. Обо всем, что было на планете, ты читаешь в утренней газете. И все новости с любого континента шлем в газету мы, корреспонденты. Наша должность гонит нас из дома по маршрутам новым незнакомым. То гостиница, купе или каюта, нет у нас домашнего уюта. И куда бы ни занес нас ветер, до всего есть дело нам на свете. Лишь любимые порой на нас обидят, что так долго нас они не видят. Мы шагали по пескам пустыни, дрейфовали на полярной льдине. Мы встречались с облаками на Эльбрусе. Жизнь такая, в общем, в нашем вкусе. Мы встречались с облаками на Эльбрусе. Жизнь такая, в общем, в нашем вкусе.
судьба такая, находиться на переднем крае. И о том, что приключилось на планете, рассказать в сегодняшней газете. Мои ушли? Специальным рейсом. Как слетали? А у нас плохо не бывает. Вусь Камчатский открыл новый универмаг. Скомандор отправил партию котиков. Здравствуйте. Здравствуйте. Признаться, не ожидал вас здесь увидеть. Вы знаете, я тоже на это как-то не рассчитывал. Счастливого пути. Счастливо оставаться. Привет жене. Как хорошо, что ты прилетел именно сегодня. Да? А что, что-нибудь случилось? Подожди, узнаешь. Да чего я рад, что ты вернулся. Странно, раньше ты радовался, когда я уезжал. Ну, теперь мы в тебя не нуждаемся, мы переехали к себе. Правда, Маш? Правда. О, ребят, неужели от вас отдохну? Сейчас приеду домой. Домой ты сейчас не поедешь. Это почему же? Ну, ребят, ну что случилось? Ну не терзайте меня. Ну что, Дангис, не будем больше его терзать? Не будем. На. Сегодня у вас, товарищи, торжественный день. Вы, конечно, все читаете газеты. Какая сейчас перед нами поставлена задача? Все для блага народа. Все для блага... кого? Человека! Молодец, Распопова, молодец. Все для него, все для человека. Значит, товарищи, будем улыбаться. Всем, без исключения, я должен сказать, что товарищ Шумова и товарищ Кутайцев, и мы все, товарищи, здесь неплохо потрудились. Мы здесь, Татьяна Александровна, скажи коллективу пару теплых слов. Товарищ Постников, пора открывать, времени нет. Не пари горячку, Татьяна Александровна, хватит, иди. Товарищи, мы уже об этом говорили. Перестройка ресторана – это полдела. Самое главное, чтобы люди чувствовали себя у нас хорошо, и чтобы им хотелось еще раз прийти к нам. Они ждут от нас доброго отношения, внимания, заботы. И вы знаете, мы должны добиться, чтобы у них всегда было хорошее настроение. Золотые слова, Татьяна Александровна. Клава, поди-ка сюда. Давайте работать. Сегодня в зал не выходи. Почему же? Сорвешься, дров наломаешь. Василий Васильевич, я ж перевоспитанная. Я, если надо, и улыбнуться могу. Не надо. В подсобке сегодня поработаешь, там улыбнешься. Пожалуйста. Товарищ Постников, пора открывать, уже 7 часов. Люди ждут. Подождут. Они же не на работе. Стоят там, отдыхают. Вот руководство прибудет, тогда можно и людей пускать. Ну вы же сами только что говорили, все для блага человека. Не разводите демагогию, товарищ Шумова.
Даже вам русским языком разъясняю. У нас здесь все новое, а ваши люди, понимаешь, ворвутся, намусорят, и никакого вида не будет. Прибудет руководство, и что оно увидит? Не мешайте мне, я речь готовлю. Павел Кузьмич, открывайте двери. Ребята, давайте. Добрый вечер. Добрый вечер. А что это значит? Значит, день был по-доброму начат. Значит, день был по-доброму прожит. Он умножит счастливые дни. Он принес нам хорошие вести. Подарил нам улыбки и песни. Мы как друга его проводили. И уже зажигает огни. Добрый город зажигает огни. Вы мне скомкали все мероприятие, но я с вами поговорю в другом месте. Здравствуйте, товарищ Постник. Здравствуйте. А что это вы против течения идете? Неправильная формулировка. Это течение идет против меня. Добрый город, а что это значит? Значит, в городе дети не плачут. Значит, мирное небо над нами. И шумит на бульварах Литва. Он годами, хотя и не молод, но душою он молод наш город. Добрым людям распахнутый настежь. Добрый город, родная Москва. Добрый город, родная Москва. Вы знаете, а меня, наверное, завтра опять уволят. Прекрасно. А мы начнем все сначала.